Встреча с открыткой – это тоже совершенно небывалое какое-то чудо. Когда встречаешься с ней, берешь ее в руки, слушаешь стихи, вчитываешься в них, понимаешь, что эта встреча с чем-то совершенно не бывает. Сердце замирает от возможностей, которые она точно подарит. Сердце замирает от восторга уже, от одного взгляда на эту прекрасную картину этих цветов. Они пронизаны чистотой, такой возвышенной, такой летящей. Они наполнены светом, таким теплым, таким сердечным. Текст вот этих трех куплетов стиха, он действительно очень высокий, дарит действительно перспективу встречи с тем даром, который приносит вот этот вот комплект мечтаний «Звездная копель». И я понимаю, что действительно все те качества, которые подарены нам в «Звездной копели» в том комплексе, это что-то очень-очень ценное, с чем сердце встретится, действительно должно приготовиться в восторге. И оно очень хочет и встретиться, и потрудиться, и объединиться с этим, и научиться это производить. Еще раз, у меня, во-первых, большая благодарность ко всем, кто делится своими отзывами. Встречаясь с вами на этих встречах, действительно наполняешься красотой чувств, ощущений, мыслей, красотой дружбы. И благодарность очень большая жизни за то, что существует театр, это творчество, и это содружество сердец, которые стремлены к этой красоте, к такой жизни в этой красоте. Очень благодарю всех.